Всем привет, я Денис, мы продолжаем проходить Dying Light, и на меня тут бригада напала. Зараза. Надо всех обезглавить. Процентов, наверное, 60 теперь все бронированные на меня нападают. Жесть. Ха-ха-ха, ладно, пойдем в канализацию. Смотри-ка, сразу туалет здесь. Зараза, пришел-таки. Ну. Не хотел, чтобы взорвалось. Блин. Все падает и падает. Прощайте. Так, ты сюда получается, да? А там еще один проход. Ну-ка посмотрим. Понятно. Какое мрачное место. У меня мало лута осталось. Для крафта надо собирать. Ага, сюда. Спуститься в канализацию. Так, а здесь что у нас? Надо глянуть. Здесь проход. Я здесь никогда не был. Хм. Ладно, пойдем. Как атмосферно, мрачно, круто. Без света даже прикольней как-то. Что это за датчики такие? Офигенно. Эта игра умеет меня радовать. Так, надо взломать. Блин, такое чувство, что вот чувствую, что к концу уже двигаюсь. И не хочется как бы. Игра-то офигенная. Но еще будет же дополнение. The Following, преследование. Там машинки даже будут. Интересно будет глянуть. 1300 базовая уже частенько находится, а вот 1500 только одно оружие было, вот это, которое у меня сейчас. Фу. Ребенок плачет. Блин, не люблю я их, местных детей. Трупы, но не обращенные. Двустволка. У меня все равно патронов нет для ружья.
Патроны. Жаль, я не взял свой дробовик. Тут была чья-то база, прям как метро. Там плачет. Черт, это ребенок? Нет, только не это. Так, ну еще не все осмотрел, сейчас вернусь. Пока не видно. Ага. Нет, даже вот так. Зараза. Уже далеко. Чуть себе дистанция какая. Да ладно. Все. Так. Черт, надо было заткнуть ее раньше. Да достали вы! Где выход? Не того стреляю. Да ладно, он прямо замороженный. От меня отпрыгнул. Холера. Ля-ля. Ля-ля-ля. Ты, сколько вас тут? Там еще молотом стучит. Последняя аптечка. Блин, хотел на шипы, ну ладно. Да сколько вас тут? Ну не дают же ничего. Да ладно, какая тварь. Иди ко мне. Вы не можете? Блин, страшно как-то. Я боюсь аптечку сделать. Где там они?
Фух. Башку. С трех выстрелов. Крутяк. Каждый получит. Твари. Это было сурово. Они бесконечные тут? Еще бегут. Походу дело, они тут бесконечно будут бежать. Я даже стрелы не соберу. Так, что у меня есть? Взрыв-пакеты, коктейли Молотова. Так, славно, славно. Собираем, что можем. Стрелы главное собрать. Жалко их всех оставлять тут. Так, ладно. Ладно, немного собрал. Где комната с этой кричащей девочкой? С ребенком. Ружейный патрон был. Дети. Офигеть. Ладно, все, идем. Ах ты, зараза. Надо обмазаться. Скрыть. Давай скорее. Так, обновим обмазку. Ага, вниз. Блевотуны, да? Ненавижу. Так. Славно. Маскировка немножко читерная получается штука. Ну ладно. На этой сложности нормально. Я там сундуки, кстати, оставил. Ну ладно, ничего страшного. У меня, в принципе, всего хватает. Ну, немножко, может, лута обычного для создания вещей, но это мелочи.
Ладно, все, хватит. Кто там выжил? Уроды! Главное, чтоб не бомбардир. Эх, вон они. Ждут. Ну, выходи. Так. Ну? Никто не прибежал, ладно. Горите! Ха-ха! Скотина! Твари! Можно измазаться. Не успею. Так, славно. Так, тут что? Столько всяких проходов, блин. Я свой. Ха-ха-ха-ха. Надо домашние припасы искать, их не хватает. Это по-хорошему надо отдельно ходить по домам. Или много зомби убивать, в них тоже попадаются. Замечательная погода. Наверное, это она и есть. Новое место, здесь не был никогда. Новая территория. Так, туда сигануть можно. Плотина. Не могу использовать. Ну чё, сигаем. Хорош. Знаете, мне не повезет, а я приземлюсь на кучу ржавых ножей. Точно говорю. Умник, ты там? Да, дружище, ты в порядке? Я на поверхности и пока цел. О, теперь слушай, тебе нужна карточка-ключ к подстанции. Без нее питание на антенну не включится. Ладно, где взять эту карточку? Надо порыться в контейнерах. Она в каком-то из них. То есть ее еще надо найти, в смысле ее может здесь и не быть? Нет, она точно там, просто тот парень, который был там до тебя, спрятал карточку в один из контейнеров, прежде чем мы потеряли с ним связь. Угу. Надеюсь, со мной не потеряете. Трохи повзламываю. Но вот самое напрягающее в этой игре — это взломы вот эти бесконечные. Надо было им
как-то их упростить. На первых порах, чтобы они так же взламывались, а потом, когда прокачался, чтобы быстрее. Надоедает это очень. Радуга. Ага, проход закрытый. Блин, доска с гвоздями-то мне зачем? О, белый. Мастер. Легендарный серп. Золотой, красивый, но 943. Блин, несерьезно. Так, что тут у нас? Да, погодка офигенная. Шторм такой знатный. Круто. По всем канонам фильмов ужасов про зомби. По мне, эта игра лучше любого фильма. Просто супер. Ну, любого фильма про зомби. Ну, я уже говорил, так же, как игра про Чужого, Alien Isolation, переплюнула все, что есть, все, что связано с Чужим, так же и это переплюнуло все, что связано с зомби. Прям вот полное удовлетворение этой тематикой. Даже сложно представить, что они еще лучше могут сделать. Сюжет поинтереснее, единственное что. Хотя в таких играх это не так важно. Не, ну неплохой, тут в принципе сюжет неплохой. Доп задания тоже хорошие. Не, важно, нельзя сказать, что совсем не важно. Не прав я. Еще прикольно про зомби игра была. Господи, от Microsoft какая-то там, от с видом третьего лица. Где мы там. State of Decay. Тоже, кстати, можно было бы записать их две части. Сдохни. Это мразь. Как? Откуда? С двух умер, нормально. Да блин. Лук офигенен. Гнилая печень. Ха-ха-ха. Я прям как хищник всех уничтожаю. Могли бы они бояться, боялись бы меня. Так, сюда сначала. Ну, давай. Thank you.
Готово. Ой-ой-ой-ой-ой! Бомбардир. А, они вернулись к трапезе. Хотели вернуться. Ублюдок. Заперто. В контейнерах поискать. Ну, я тут все смотрю. Так, снизу. Это от бомбера, кстати. Надеюсь, тут больше их нету. Прекрасно, ничего нет. Ладно, пойдем дальше. Фух, многовато их тут. Я их ненавижу. Так. Опасно тут. Однако. Shit, these fuckers again. Черт опять эти уроды. И все? Блин, как же ты так... Так, 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 мне надо кое-что вот такое. Все, готов. А вы горите, уроды. Скотина, как ты меня понял, узнал? И ты тоже? Так, стрела еще одна. Эй, ладно. Так, самое страшное бомберы. Возьму-ка я автомат. Так, вроде пусто. Я
там что-нибудь посмотрел. Карточка пропуск. Yes, есть, ну наконец-то. Есть умник, у меня. Я нашел карточку. Отлично, теперь иди на подстанцию. Это рядом с радиомачтой. Уже за забором. Воспользуйся карточкой, чтобы войти внутрь. Так, ладно, больше, значит, не надо ничего осматривать, окей. Здесь, по-моему, где-то была мини-игра в стиле Plants vs. Zombie. Где-то тут была игра. Сейчас фиг найду. Я тогда, когда проходил первый раз, баловался тут, лазил. Там цветочек такой был. Ладно. Какие крики. Войдите в электроподстанцию. Офигеть. Божахнул. Скотина. Так. Вообще не такая. Кстати, чтобы отменить выстрел, можно прыгнуть. Горите. Халк крушить. Халк умирать. Ну, давай. Как ты туда залез? А, ты смотри, какая прелесть. Пусть там и будет. Это он так испугался. Скотина. А этот вылез? Зараза. Куда ты полез? Так, а ты кто? Ля-ля. Все, боюсь бомберов. Жрут. Так, надо поубивать их тут. Еще один. Так, идите ко мне. Идите все. Блин. О, нормально. Ну. Ха-ха-ха-ха, красота.
ладно, внутрь полезли. Умник, я внутри. Отлично, включай трансформатор. Зараза! Висельник. Давай, врубай. Готово. Done. Прекрасно. Теперь найди щит управления у подножия мачты и включи его тоже. Славно. Суперудар. Так. Это мне наверх надо или как? Поднимайся на мачту и устанавливай усилитель. Любое радио в радиусе пары сотен метров будет работать как зверь. Ага. Поднимайся на мачту. Легко сказать. У меня вода какая-то, электропроводящая. А я не могу воспользоваться кошкой, да? Черт, трос оборвался. Ты издеваешься? Коты! Блин, чё там за вакханалия творится? Ноги танцуют сами по себе. Офигеть. Ладно. Полезли. Ух ты! Так. Кошка не работает. Угадал, фух. Сюда, да? Фух, я не уверен в прыжках этих. Офигеть. Давай, Крейн, соберись. Крейн, когда останешься силок, не забудь настроить радио на нужную частоту. Да, помню. Фух, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую.
До встречи!